И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Ника, с вами Ник. И это небольшая такая новая рубрика, новостная на моем канале. Я буду говорить о разных играх, будем еще другие рубрики о играх. Про Майнкрафт я тоже постараюсь не забыть. Будут стримы, буду играть не только в Майнкрафт, буду играть в другие, возможно, игры. Но пока что только Майнкрафт. Но сейчас мы поговорим не об этом. Вы жмите лайки, ребята, а я начну видеоролик. Как стало известно, компания Netflix планирует создать сериал по серии игр и книг «Ведьмак». К сожалению, студия CD Projekt Red не будет участвовать в создании этого проекта, но Netflix поможет компания Platinum Image, которая работала над CGL роликами ко всем серии игр «Ведьмак». Ну, а почему не может помочь CD Projekt Red, задаетесь, наверное, этим вопросом? Да потому что они сейчас разрабатывают игру «Гвинт», которая выйдет уже до 4 мая, бесплатный доступ для всех желающих. Это будет бета-тест, но ничего, вы сможете поиграть. Знаете, такая игра была в «Ведьмаке», в которой все рубились, там, карточная, короче, игра. Но также у них планируют еще создать игру «Экшен», «Киберпанк 2077», а также, скорее всего, сериал будет выходить. На самом деле, не знаю, когда будет сериал. Но, ребята, к сожалению, примерная дата выхода сериала еще неизвестна. Пока что только главные роли подбираются, все сполотняется, и, возможно, в будущем, возможно, в 2018 году даже, мы сможем посмотреть на этот шедевр. Но если это будет шедевр, потому что компания Netflix делает довольно неплохие сериалы. Жаль, конечно же, что CD Projekt Red не поможет им, так как это не будет очень похоже на игру. Но что-то там будет от вселенной Ведьмака. Будет много от вселенной Ведьмака, это уже понятно и ясно. Надеюсь, это будет очень хороший контент. Да, назову это контентом. Это не совсем контент, но это будет прям прекрасно. Потому что если даже платить Image им помогает, это хорошо, это будет качественно. Netflix будет платить Image, надеюсь, наймут хороших актеров. NWO ясно, чтобы не занялись этим, потому что у них есть «Игра престолов». Они не хотят сейчас... Блин, конкуренция, конечно, на канале бы не было, но... Тут свежо делать «Игру престолов», а за «Ведьмак» берется Netflix. Но вдруг, если бы «Ведьмак» сделали круче, чем «Игру престолов», это было бы прям прекрасно. Но что-то я, ребята, уже заговорился. «Игра престолов» топчик, так что, ребята, и «Ведьмак», надеюсь, будет таким же топчиком. Ну а на этом все, ребята. Вот такая краткая новость на моем канале. Жмите лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока.